Когда у нас есть библейские представления, поверьте, их лучше проверить по Писанию. Почему зачастую, в общем-то, пастыря, раввины, проповедники говорят, проверяйте нас по Писанию. Потому что они сами дошли до истины. Они сами проверяли, они сами углубились, они сами проповедуют. А теперь что, вы должны на слово им поверить? Но это будет истина или представление? До тех пор, пока вы не проверите то, что они говорят, по Писанию. Единственный источник истины, открытый для нас, по которому мы все можем проверять, это громче, не стесняйтесь, Писание. Писание. Понятно, да? Каждая из этих систем, она пытается дать ответы на некоторые вопросы, как же нам жить и зачем мы здесь. И если мы посмотрим схематично на эти системы мировоззрения, мы можем увидеть, что диаметрально противоположные взаимоисключающие две точки зрения, они похожи как братья-близнецы. Звучит странно, да? Звучит странно? Окей. Вот это, по идее, должна быть более или менее знакома, но начнем с нее, атеизм. Материя первична и... Что нас учили как? Материя первична? Бесконечна. Еще одна характеристика была. У вас двойка что ли было? Материя первична и вечна. Еще раз. Материализм отрицает вообще духовную природу. И он говорит о том, что материя первична и вечна. Или бесконечна. Ну, это ж основа, так скажем. С этой основой есть некая проблема. Закон энтропии говорит, что всякая система стремится к распаду. А значит, в бесконечности что с ней произойдет? Значит, она не может быть вечной. Ну, то есть, есть некий логический конфликт с логикой. Проблема. Логический конфликт положен в основание системы. Дальше, система, она хаотична по определению. Ну, теория эволюции – это теория хаоса. Понятно, да? Следовательно, если мы посмотрим на наличие закона или причинно-следственной связи, они у хаоса присутствуют? По определению отсутствуют. Значит, в данной системе нету закона. Я правильно понимаю? Отлично. Цель. Цель присутствует или отсутствует? Ну, как у хаоса может быть цель? Нету. Отлично. Нравственность. Заменена понятием другим. На самом деле? Отсутствует. Нравственность, совесть отсутствует. То, что хорошо для меня, то хорошо. А то, что плохо для меня, то плохо. И все. А у других какая разница? Здесь центром всего является кто у нас? Я. Человек. Я является центром всего. Прагматизм заменил нравственность. Логическая ошибка в начале, извините, отсутствие причинно-следственных связей, конечной цели, нравственности, и во главе всей этой пирамиды стоит большое гордое я. Смотрим на штуку, которая с противоположной стороны. Ну, диаметрально противоположная и утверждает точностью обратное. Первично все духовно. В основании лежит дуализм.
Что такое дуализм? Это двойственность. Для некоторых из вас будет понятна вот такая картинка. Понятно, да? Неизвестно, что есть добро, что есть зло. Одно перетекает в другое. Для одних добро есть зло, для других зло есть добро. Ну, двойственность. Неизвестно, что есть что. Единственная борьба противоположности. Определения добра нет и зла. Соответственно, закон есть? Какой? Не, если среди этих непонятно, кто главный, кто будет устанавливать закон? Ну, кто устанавливает закон? Эти борются. Нет, так от них же все зависит. Мир духовен. Ты точно не тянешь на того, кто будет устанавливать законы. Понятно, да? Закон есть? Не все еще это поняли. Тихо. Отлично. Давайте представим, что вот сейчас все будет понятно. Вот сейчас на короткое время в классе у вас будет два командира. Один он, другой я. Вы чьи команды будете выполнять? А я старший. Позвоню. Сейчас. Так вы определили, кто из нас главный. Неправильно, неизвестно, кто из нас главный. Вы чьи команды будете исполнять? Ага, а последствия не страшно? Неизвестно, кто в этот момент. И что будет? Так какой закон? Я прошу прощения, закон какой? А, так только что вы сказали, что закон может быть есть. А, уже помогли? Иллюстрация понятна? Закон есть? Если мы боремся, если мы между собой не договорились. Ива, в правилах есть одна очень важная часть. Во-первых, мы будем говорить в правилах в микрофон. Окей? Итак. Вопрос был очень прост. Пока тебе дают микрофон, я озвучу вопрос. Если микрофон дойдешь, поправишь. Можно ли устанавливать правила для одних одни, для других другие? Можно. Ну, можно, конечно. Только вопрос, кто правила устанавливает? Хилая штука. У нас вот тут есть первооснова. Так ты для себя став что угодно, потом же ответишь за свои права. Ну, так и получается. Вопрос в чем? Правомощность выполнения или издания таких правил. Мы встречаемся с людьми, которые говорят, главное, чтобы Бог был где? В душе. В душе, в сердце. Я говорю, вот так вот. Вот так. Вопрос, говорит, только для кого это главное? Вы когда с ним встретитесь, вы ему это объясните? Что главное место его, это вот там, где вы это определили. Потом вы с ним договоритесь, объясните ему, что главное. Нет, извините, тогда лучше, может, правила не устанавливать. Если вы потом не сможете главному объяснить, что главное, может, лучше правила не устанавливать. А спросить у того, кто главный. А в этой системе их. Следовательно, законы есть? Спасибо. Конечно. Если анимизм является первое, ну, рождение духовное, да, угу. То эти люди подчиняются духовному. Они считают, что это закон. Наверное, есть закон для них. Но только они его не знают. Нет, есть закон, только они его не знают. То есть они считают, что Бог создал их не мир, они подчиняются. Нет, все в мире духовно. И они поэтому и закрыты. Послушайте, вот страшная история. Вы понимаете, насколько запутан мир язычников? Понятно. Неизвестно, кто главный. Понятно. Вы сегодня принесли жертву одному? Вроде как бы он доволен. Но это плевок просто в душу другому, а он сегодня главный.
придется ответить уже не перед этим, а перед тем. Вы побежали к тому, появился третий, который сказал, вот все было нормально, когда ты вот этому приносил, я еще терпел. Но когда ты к этому пошел, все, это уже конец. Я главный, получи под раздачу. Послушайте, мои хорошие, вы думаете, у вас другие представления? Я правильно понимаю, здесь все верующие Нового Завета? Хорошо. Сейчас, тихо, мы сейчас будем проверять. У вас в жизни бывают, извините меня, такие обстоятельства, когда вы понимаете, что уже пора каяться? Какой-то такой нервный смех, я бы сказал. То есть, другими словами, бывает, да? Что уже, ну, как бы обстоятельства явно говорят, что время пришло. Отлично. Ну, я не знаю, кто какую позу любит занимать в этот момент. Кто-то становится, поднимает руки, кто-то становится на коленях, кто-то на землю. Ну, у каждого своя. Гимнастика своя. Отлично. И вот вы приняли соответствующее религиозное положение и говорите, что все, понял. Был неправ. Ну, дальше каюсь, отрекаюсь, Святым Духом наполняюсь. Все, ну, главное произнести в конце во имя. Ну, некоторые знают более распространенную, более полную форму. Некоторые во имя Ишуа, некоторые во имя Отца, Сына и Духа Святого. Ну, кому как нравится, опять. Нельзя сказать, что что-то из этого было неправильным. Все правильно. Да. И внимательно смотрим теперь зачем. Ну, последствия. Обстоятельства изменились или нет? Да? Отлично. Не изменились. Понимаем, что оказывается он не только это имел в виду, но это и вот это тоже. Ну, опять занимаем соответствующую религиозную позу. Опять произносим все, что положено, ну и потом кому как нравится. И внимательно смотрим теперь опять куда? На обстоятельства. Я правильно понял? Значит, другими словами, вы судите по тому, принято ваше покаяние или не принято по изменившимся обстоятельствам. Я правильно вас понял? Так язычники тоже приносили идолам жертвы и смотрели. Упс. Объясняю. Теперь я объясняю. Проблема заключается в том, что покаяние не способ изменения обстоятельств. Да, взаимоотношения. Это способ восстановить взаимоотношения, а не изменить обстоятельства. Откуда у нас представление, что покаяние может изменить обстоятельства? Рассказать вам? Что вы говорите? Скажите, пожалуйста, вас папа когда-нибудь наказывал? Да? А вот когда вы понимали, что сейчас начнется? Вот вы понимали, что сейчас начнется. Что вы говорили? Папа, я больше никогда... Нет, была договоренность, за что наказано, за что нет. Ну вот когда нарушена договоренность, вы ничего не говорили. Все, хорошо, отлично. А кто говорил, я больше никогда не буду? Кроме вас, тут большинство. То есть, понятно, откуда модель? Больше двоек не было получено. Ну, у каждого свои нарушения были и свои обещания, которые вы потом нарушали. Ну, модель понятна? Взгляд на Бога через призму модели отца, модели наказания. Но взгляд на Бога через, призму наказания – это язычество. Упс, неприятно. Понятно, да? Напиши, кто-то сказал. Напиши, не забудь. Итак, это язычество. Это представление, которое позаимствовано у язычников. Но послушайте, Всевышний никогда не имел целью
наказание как кару. Цель наказания всегда исправление. Если мы говорим о верующих людях, о взаимоотношениях с Богом, то, глядя на эту модель, мы видим, что Бог приходит с корректировкой, с исправлением. Он не приходит для того, чтобы убить. Он не страшный злой, который сидит на небесах с дубиной и только ждет, когда же вы именно вот нарушите то, что он сказал, и потом вас бам по голове. И вы именно на колени и каюсь. Он говорит, не докаялся. На тебе еще раз. Понятно, о чем мы говорим? Это библейское представление. Понятно, что это представление очень далеко отстоит от Библии. Засим я отправляю вас на перерыв с такой светлой мыслью. Отсутствует. Цель. Есть два начала, которые борются и перетекаются. Неизвестно, кто победит. Какая цель? Ну, у них, может быть, и есть цель победить, а у вас? Нравственностью, как дело обстоит? Если неизвестно, что есть добро, что есть зло, то известно, что нравственно, что безнравственно. Я же предупреждал, что братья-близнецы. Одного не достает. В центре языческих поклонений стоит опять-таки я. Потому что человек, поклоняясь идолу или божеству, он преследует определенную цель. Знаете какую? Чтобы, по крайней мере, вот то божество, которому мы поклоняемся в данный момент, но программа минимум не пакостила. Что если оно гадости будет делать, то ну, совсем же плохо будет. Программа минимум не пакость. Программа, ну, такое нормальная, чтобы вернула то, что мы ему дали. А вообще, если повезет, договориться с ним, то получить от него больше, чем принес. Никто не вспоминает, чего мы ожидаем, когда сеем куда-то. Я просто спросил, никто ничего не вспоминает. Нам сейчас так или позже? Не, можно позже. Можно немного позже. С нашими ожиданиями, представлениями. Разбираться будет немного позже. Пока я даю вам модель. Пока я вам даю модель, я говорю вам, откуда все эти ноги выросли. Откуда мы эти ноги растут? У нас есть определенное представление, как должно быть. И вот мы только что в перерыве обсуждали одно место Писания, 8 главу Евангелия от Иоанна. Не надо сейчас ее открывать. И зачастую люди достаточно легко, просто и часто цитируют это местописание. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Но когда вы внимательно посмотрите, то вы узнаете, что цитата не полная, по крайней мере, потому что там написано «И познайте истину, истина сделает вас свободным». Предлог «И» говорит о том, что там было еще что-то до этого. И действительно, предыдущий стих заканчивается знаком препинания запятой, а не точкой. Но у нас эта фраза является цельной. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но если мы смотрим на всю фразу, то она звучит несколько иначе. Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если прибудете в Слове Моем, то вы познаете истину. Вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным. Несколько другая фраза, по сути. В нашей модели, вот в этой, все понятно. Надо найти человека, который как сказанет некую тайну.
сокрытую от всех остальных. И это тайное знание, это тайная истина принесет нам настоящую свободу. Никогда не подходили к христианским лоткам. Ну, а. 5 шагов, 3 ключа, 7 дверей, 5 ступеней. И везде говорят, послушайте, вам надо это знать. И если вы это узнаете, это что? Сделать вас свободными. Но там написано совсем не это. Иисус говорит, к уверовавшим в Него иудеям. Они хорошо знали принцип «Наасе венишма». Сначала сделаем, потом услышим, или потом поймем, потом узнаем. «Наасе венишма». Сначала сделаем, потом поймем. Впереди всего стоит чего? Делание. Через делание мы начнем что-то слышать и понимать. Если мы не делаем, то мы по-настоящему понять не можем. Иешуа говорит то же самое. Ребята, если вы пребудете в Слове Моем, то есть если вы будете делать то, что я говорю, то вы познакомитесь с истиной. И эта истина принесет вам свободу. И буквально несколько стихов ниже, в 36 стихе, он говорит, если сын освободит, а если он не освободит, извините меня, то никто не освободит. Другими словами, он говорит, если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики и познакомитесь со мной, и я вас освобожу. Поможет 3 ключа? 5 ступеней, 7 дверей. Если он не освободит, кто вас освободит? Кого вам надо искать? Человека, знание или его? Но эта система говорит, послушайте, мне надо учиться, учиться и еще раз учиться. Мне надо искать эти знания, и знания изменят мою жизнь. Религиозная книжка? Нет. Тогда или нет? Вы определитесь. Нет, она не религиозная. Религиозно? Да. Эта книжка дана вам для того, чтобы жить. Это не религия, это жизнь. Аллилуйя. Он начинается. Так, спокойно. Не надо ему микрофон давать. Я верю. Надо в Бога верить. Хорошо. Я вам еще скажу, пастор. Я верю, что завтра будет хорошая погода. И это не мешает мне в Бога верить тоже. Вера может быть очень разная в разные промежутки времени. Но это не религия, это жизнь. И эта книга дана для того, чтобы мы узнали и жили в соответствии с ней. Бог? Бог любит все слово. Я вас просто, ну давайте, сейчас не будем полемики. Если бы я знал, я бы не употреблял это. Это религиозная книжка, все хорошо. Ну, послушайте, правда заключается в том, что истина заключена здесь, и эта истина даст нам жизнь. И эта книга даст нам возможность познакомиться с Богом. И здесь он сказал, как нам жить. Это инструкция для нашей жизни. И, в общем-то, ничего плохого в слове религии нету, я думаю. Ну, не всем оно нравится. Таким образом, поклоняясь другому божеству, люди ищут хорошо в конечном итоге, кому? Тебе. В центре поклонения стоит я. Понятно, почему они, в общем-то, близнецы. Они полностью взаимоотрицают друг друга. Диаметрально противоположны. Но при этом братья-близнецы. Здесь, в общем-то, все просто.
И нет никакой ошибки. Творец, который дал нам что? Определил и точно не я стоит во главе этого всего дела. Все. Все достаточно просто и определено. В чем же цель творения? Вопрос, для чего я создан или для чего я существую, это достаточно часто встречающийся вопрос. На которые люди, в общем-то, достаточно часто пытались найти ответ, и не всегда правильно. И ответ будет очень простой. Зачем я здесь? Зачем я здесь? Я понял. Да. Мне нравится Римлянам 1 глава 19-20 стих. Поговорили, да? Откройте 1 главу послания к Римлянам. 1 глава послания к Римлянам. Там написано, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. От создания мира, Бог желает явить себя творению. И этот процесс начался еще, судя по тому, что писал Ребе Шауль, от создания мира. Это понятно? Первая цель, простая, легко узнаваемая и, кстати, легко достижимая, это познать творение своего Творца. Ну, задача минимум. Я могу сказать, что достаточно большая часть человечества не справилась с этой задачей минимум. Достаточно большая часть человечество не справилось с этой задачей. Оно не пришло к познанию Творца. А без этой части нельзя исполнить волю Творца. То есть творение было сотворено не только познать Творца, но и исполнить Его волю. То есть если мы говорим о модели творец-творение, то нужно понимать для себя достаточно простую конструкцию. Тот, кто творит, он не творит на всякий случай. Сначала сделаем, потом разберемся, что получится. Представляете себе такого творца, который сотворил, глянул, говорит, ого, вот это я дал. Что теперь вот с этим делать, ума не приложу. Сейчас придумаем. Похоже это на творца. Творец творит с определенной целью. Тот, кто сотворил вот эту штуку, он что-то имел в виду. Ну, для того, чтобы я видел. А если бы я не видел, то он не соответствует цели. Телефон творили с определенной целью, чтобы можно было там что-то по нему говорить. А если он, то нужен ли он нам? Если творение не соответствует цели, то что? Да. Представляете себе? Если творение не соответствует цели Творца, то такое творение никому не надо. Здесь появляется еще важный принцип.
ответственность за соответствие цели. Тут есть не только наличие цели, но и ответственность за ее достижение. Есть определенные стереотипы у нас в голове. Если мы смотрим на эту модель или вот ту модель, ну, в этой модели мы вообще предоставлены сами себе. В той модели надо кому-то угодить, чтобы не было плохо. То вот в этой модели присутствует цель и ответственность за ее достижение. У евреев все достаточно просто. Шаббат. Ну, праздник каждую неделю, да? Окей. Что мы празднуем? Что мы вспоминаем на шаббате? Что? Создателя и исход из Египта. Когда мы говорим о сотворении мира, то мы точно говорим своим детям, послушайте, вы появились на свет не случайно, вас нашли не в капусте. Мы провозглашаем некоторые вещи каждую неделю, ну или, по крайней мере, хотелось бы, чтобы мы это делали, для себя и для наших детей, напоминая себе, что есть Творец, а мы творение. Соответственно, что если есть Творец, то для нас есть определенная цель, и мы несем ответственность за то, чтобы достигнуть эту цель. И, в общем-то, нам сказано, что в свое время все дадут ответ имеющему судить живых и мертвых. Творение будет отвечать. Что оно делало? Мы не предоставлены сами себе. Исход – это тоже очень интересный праздник. На этой неделе, кстати, будет тоже хороший праздник. 50 дней после того, как... Да. 50 дней после того, как все началось. Когда мы смотрим на Песах, мы понимаем, что, ребята, оказывается... Хотя мы и поем иногда какие-то песни, не задумываясь над его смыслом. Мы поем песню «Дай доену». Недостаточно, если бы он только спас нас. Вот недостаточно. И недостаточно, если бы он провел через море. И недостаточно, ну себе представляете, вывел их в пустыню и говорит, ну все. Свободны, достаточно. А что там делать? Недостаточно. И Песах не был конечной целью этого праздника. И пустыня не была конечной целью. И дание закона не было конечной целью. Конечной целью была земля обетованная. Слава Богу, что у нас не на этой земле эта земля. Что наша земля обетования не только на этой земле, но и вечно. Потому что мы имеем надежду на небесный Иерусалим. Понятно, да? И когда Он нас спас, то модель не выглядит так, что теперь ты можешь делать все, что ты хочешь. Свобода от чего-то без обязательств – это беспредел. У евреев есть два слова, обозначающие свободу. Хофиш и дрор. Хофиш и дрор. Свобода от чего-то и свобода для чего-то. Когда мы понимаем, что мы хотим быть свободными, чаще всего мы имеем в виду, что мы хотим быть свободны от внешних обстоятельств, от финансовых проблем, от каких-то зависимостей, от неприятностей. Понятно, о чем я говорю. Кто-то хочет быть свободным? Да. И вы знаете, Бог дает эту свободу. Бог дает эту свободу.
И когда мы видим, что ребята не поняли, для чего они ее получили, в скором времени мы можем видеть людей в старых проблемах. Ну, иногда еще и больше. Но почему? Потому что они получили это для чего-то. Они получили свободу от этого, но они получили это для чего-то. Они не получили произвольно. Делайте, что хотите, потому что делающий грех становится рабом греха. И здесь есть некая модель, мы о ней тоже можем говорить, она включает в себя понятие основ. Кто-то из вас слышал идею первородного греха? Угу. Хорошая идея. Идея хорошая. В Адаме все согрешили? Да. У евреев этой концепции нет, кстати. Могу вам сказать, что и христиане, в общем-то, не совсем едины в этом понятии первородного греха. Там есть несколько моделей. К чему привел первородный грех? Но та модель, которую, в общем-то, иногда используют люди, они говорят, послушайте, после этого, как, ну, этот мужик согрешил, мы все имеем какую природу? Грешную. Значит, мы грешим. Все, ничего сделать с собой не можем. Понятно, да? Ну, природа у нас такая, что ну, мы можем с собой сделать? Ну, какой с нас спрос-то? Открыли-ка Бытие 4 главу. И что там написано? Сейчас? Седьмой? Ага. Подожди, какое господство? Какое господство? Уже ж первородный грех в нем. Уже ж все, грех он должен поработить был человека, и никуда грешная природа. А Бог говорит, чего? Извини. Значит, у человека есть власть над грехом? И тут первородный грех. Не оправдание. Извините меня. Первородный грех – это не оправдание. Несмотря на то, что природа человека изменилась, а это так. Потому что первоначально Адам был сотворен как тот, кто не знает смерти. 2.17. Бытие 2.17. Там смерть и смертность войдут в тебя. То есть до этого в нем этого, извините меня, не было. Но после того, как он это совершил, смерть и смертность стали частью природы Адама. И мы, соответственно, унаследовали эту часть. Но до тех пор, пока мы не согрешили, мы можем властвовать над грехом. Я вам могу сказать, что даже если вы согрешили в определенном смысле, все равно у вас остается власть над грехом. Еще раз, у вас остается власть над грехом. Ну, человек убил другого человека. Это значит, что он бесконтрольно теперь будет убивать всех, кого встретит? То есть он может решать. Если человек украл, что он будет воровать теперь... Есть, которые воруют. Но вы знаете, даже те, которые воруют постоянно, они иногда не воруют. Когда они понимают, что их поймают, они берут власть над этим грехом. И что делать? Не воруют. А отдыхают, пока можно отдохнуть.
Модель понятна? Модель накладывает на творение ответственность перед Творцом. Модель, когда я ничего не могу с собой сделать, у меня такая природа, она снимает ответственность с меня. Понятно, о чем я говорю? Точно так же, когда люди готовы признать родовые проклятия, переложить всю ответственность за свои поступки на своих предков. Это что, я б никогда, это они такое наколдовали вот это вот. Теперь я за все это отвечаю. Я готов покаяться за них. Но вы же понимаете, что по большому счету я-то хороший и не виноват. Но даже модель родовых проклятий не снимает ответственность человека за совершенные им поступки. Грехи. Модель творец творение, творение ответственность перед Творцом за достижение цели. Творец цель и ответственность за достижение этой цели. Понятная концепция? Она очень простая на самом деле. Не всегда простая к пониманию, но она очень простая. Если мы творение, то сотворены с определенной целью и несем ответственность за достижение данной цели. Пару слов я уже сказал. Какие еще пару слов вас интересуют, если вы возьмете микрофон? Нет, я не понимаю, какую тему пару слов. Я вам нарисовал определенную модель наших представлений. Одно из представлений, которое зачастую бытует, что человек унаследовал от Адама грешную природу. Я не буду сейчас разбирать 4 главу послания к римлянам, откуда все, в общем-то, это взялось. 12 стих. 4 или 5? 5 главу. Послание к римлянам, откуда, в общем-то, взялось это представление. Оно основано на понимании определенного стиха в Новом Завете. Все правильно. Но я просто говорю вам другую часть. Потому что это представление накладывает на нас не обязательства, а освобождает от нас, нас от некоторых обязательств. За совершенные нами поступки списывают все это на нашу грешную природу, которую мы унаследовали от Адама. Я сказал очень интересную концепцию. Мне она очень лично нравится. Мне импонирует. Я не должен отвечать за свои поступки. Во всем виноват кто? Адам. Все. Ну он же там все наделал. А я вот это расхлебываю до сегодняшнего дня. Если бы он все не испортил, то у меня совсем бы другая природа была. Понятно, да? Но я вам сказал, что глядя в бытие, мы видим, что Бог человеку, унаследовавшему природу Адама, обращается и говорит с ним: дружище, что тебе надо делать? Господствует над грехом. Если бы я не мог противостать греху, мог бы он с меня спрашивать за это? Нет, тогда нельзя с меня спрашивать, поскольку я настолько испорченный, надо было меня не до конца портить. То есть, наказал Адама, но не вот так, что так природу его совсем испортили, что теперь я ничего не могу сделать, чтобы это только грешить. Понятно, что я говорю? То есть я просто сказал о том, что есть ответственность у творения перед Творцом за свои поступки. Вот основная мысль вот эта, она очень простая. Я вам просто говорю, может у вас этого нету, может мне попадались такие странные верующие с такими представлениями, вы такого не имеете, что все списывается на свою грешную природу, все списывается на проклятие предков, которые пришли к ним. Человек не хочет отвечать.
И когда, в общем-то, мы смотрим на события в Эдемском саду, тогда, в общем-то, человек находил себе оправдание. Когда он говорил, ну ты что, не понимаешь, кто это на самом деле? Это же не я, это же не я. Хава. А знаешь, кто Хаву мне вообще дал? Да, дождь? Кто мне это все подсуетил, да? Ну, так с собой поговори. Что ты ко мне с этими вопросами? Так получается. Получается, в иудаизме вообще нет такого термина на первородный грех, да? То есть, ну, мы можем сказать так, делает? Это первый грех. В иудаизме есть понятие первого греха. Но вот понятие христианского первородного греха в иудаизме точно нет. Иудаизм вообще выступает жестко против такого понимания. Но я вам сказал, если вы будете интересоваться этим вопросом, вы узнаете, что даже в христианстве нет единого понимания о понятии первородного греха и последствий. Понятие достаточно сложное, непростое. И вот в чем проблема. Если мы говорим о том, что грех, он вошел во всех, и все несут ответственность не потому, что они лично согрешили, а потому, что согрешил Адам, да? Тогда у меня к вам вопрос, если принять вот такой концепт. Можно вопрос задать? То есть, если вы несете ответственность за то, что вы не делали, а сделал Адам, ну, через него грех вошел в вас, а следовательно, вы грешник по рождению, да? То куда направляются новорожденные младенцы, которые умерли? Понятно, да? Понятно сразу, да? То есть, ну, мне не нравится идея, что первоноворожденный, не согрешивший, отправляется в ад. Но логичным выводом... Что, факты это же? Объясню вам такую простую вещь. Скажите мне, пожалуйста, вы находите в Библии постановление судьи праведного, который наказывает людей за несовершенные поступки или мысли, которые они не подумали? То есть у Бога отсутствует причина следственной связи. Он наказывает без причины. Ну подождите, вы только что меня просили, чтобы я подтвердил, что такое есть. Скажите мне, пожалуйста, ну, если вас не затруднит, на основании одного местописания вы можете строить доктрину? Я подскажу, устами двух или трех свидетелей. Мы будем сейчас искать, или вы до завтра найдете второе местописание, подтверждающее вашу мысль? Я не возражаю. Стоп. Я прошу прощения. Давайте вы не будете сейчас общаться друг с другом. Я задам вам вопрос. Разве я сказал, что... Люди есть безгрешные, которые не согрешали. Я сказал о новорожденных младенцах, не способных совершать осознанные поступки. Я не возражаю. Еще раз, вы не услышали меня? Я еще раз повторю. Я говорил не о людях в целом, как о человечестве. Потому что, ну, нету праведника, который бы делал добрые дела и при этом не грешил. Это разбивается концепция совершенных праведников, которая присутствует, опять-таки, в иудаизме. Но я говорю сейчас о другой части. Я говорю о том, что есть новорожденные младенцы, которые совершают неосознанные поступки. Или вообще их не совершают. Хотите... Мы можем говорить об абортах. Окей? Это жизнь. Они тоже согрешают в чреве матери?
Еще раз. Я задал вопрос. Они согрешают в чреве матери? Скажите мне, пожалуйста, если они не согрешают, за что Бог их наказывает? За несовершенные ими поступками? Я же, ну, я понимаю. Ваш ответ я понял с первого раза. Мне... Я понял, но если несколько писали, не ходит, я не буду наказывать детей за грехов, за грехи родителей. То есть, значит, есть время, когда он наказывает детей за грехи родителей. Я очень не люблю произвольного цитирования Писания. Ну, вы меня простите, пожалуйста. Но я очень не люблю. Когда вы говорите, есть место, а потом цитируете его, в общем-то, достаточно произвольно. Это не совсем правильно. Или вы считаете, что это нормально? Неправильно. Я попробую вам помочь с этим местом писания. И если... Я попробую процитировать несколько точнее, чем вы. Хорошо? «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в Израиле эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомину?» Не, вопрос не в этом. Было время, или он спрашивает, зачем вы так говорите? С вашего цитаты вы говорите, что было время, а теперь так не будет. А я читаю, и тут написано, что Бог спрашивает, зачем вы вообще употребляете эту пословицу. И дальше он говорит. «Живу я, говорит Господь, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле». А до этого они говорили правильно? Неправильно. А впредь не будут говорить. И вот почему. Ибо все, что души мои, все души мои, как душа отца, так и душа сына. Мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду на горах, жертвенного не строит и так дальше, в рост не дает и поступает по заповедям и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник и непременно будет жив. Но если у него родился сын разбойник, то что? И дальше другой вариант. Если отец был неправедный, а сын праведник, то? Вы достаточно корректно процитированы? Спасибо. Можем продолжать? Спасибо. Итак, опять, здесь мы имели дело. Тем, что называется, как? Представление. Мы представили, что вот так было написано. У нас появилась вот такая идея. И мы так верим. Но когда мы начинаем читать, то оказывается, даже в том завете, идея произвольного перехода родовых проклятий не такая проста. Причем иногда мы встречаем конкретные случаи родовых проклятий. Когда Бог провозглашал, что у тебя все мальчики будут умирать в средние лета. Была такая история? Ну, чем не родовое проклятие? Но нужно сказать, что это было наказание не для детей. Это было наказание для Илии. Почитайте внимательно. Там невероятные вещи написаны. Говорит, ты будешь смотреть и мучиться. Еще раз. Говорит, ты будешь смотреть и что делать? Понятно, что он будет смотреть не на этой земле. Не шла речь о том, что он будет все время жить и видеть, как это все будет происходить.
Понятно, о чем идет речь? И ну, нельзя сказать, что это наказание для этой души. Это очень сложная тема, я ну, как бы коснусь ее очень коротко, я сейчас буду заканчивать, я не хочу в нее углубляться, но я хочу вам сказать ниже следующее, что мы имеем представление о наказании, и мы судим о происходящих событиях со своей колокольни и считаем это таким. Иногда мы сталкиваемся с такой картиной, чего может хотеть слепец? Прозреть. Но это вы так думаете. Почему? Потому что вы видите. И вы понимаете, что, ну, в общем-то, если вы видите, то чего должен хотеть кто-то другой? Для меня, когда я читал Новый Завет, был непонятен вопрос Христа к слепому человеку, чего ты хочешь. Но спрашивай. Но для меня очевиден ответ. И я был ну, очень сильно обескуражен, удивлен, когда я узнал, что не все хотят видеть. Когда у нас офис был в Утосе, и мы сталкивались, ну, это общество слепых, мы сталкивались с незрячими людьми, и часть из них они не хотят видеть. Они живут в этом мире, в своем мире. Этот мир для них хороший, комфортный, понятный, и они не хотят из него выходить. Но я понимаю, что этот человек ущербный, что ему нужен. Я понимаю за него, что ему нужно. Понятно, о чем они говорят? То есть мы судим о том, наказание, не наказание, правильно, неправильно по отношению к тому, как я себе это представил. Ну, послушайте, а эта душа, она отошла, в общем-то, достигла цели раньше, чем я. Потому что если конечная цель все-таки прийти домой, и опять-таки Рэбе Шоу говорит, что я вообще как бы хотел бы разрешиться и быть со Христом. Ну, у него другая цель была. Я не говорю о том, что кто-то из нас достиг, или я достиг этого понимания. Ну, хочется еще пожить, конечно. Я еще не понимаю это. Но, в общем-то, когда мы начинаем размышлять над Писанием и понимаем, что там лучше, то, по идее, мы должны были бы хотеть попасть. И когда мы приходим на похорона верующего человека, мы можем сказать, чемпион, он добежал, он достиг, он уже там. И ему точно лучше, чем мне. У меня было одно переживание очень серьезное, когда разбился в автомобильной аварии мой товарищ, и мы были на похоронах, я очень сильно плакал. Я очень сильно плакал. Вот подготовка к похоронам, все прошло как бы нормально. А на похоронах я сильно плакал. Вы знаете, что я плакал за себя, не за него. А потому что я понимал точно, что ему лучше, чем мне, и я хочу туда сделать. Потому что он достиг уже этого, а мне еще предстоит. И не факт, что достигнет. Понятно, о чем я говорю? То есть мне надо еще постараться, а он уже пересек эту финишную черту. И я, ну, как бы, это было отдельное переживание, меня не сопровождает до сегодняшнего дня, да. Но вот тогда Бог мне дал что-то пережить относительно того, что с ним и что со мной, да. И я понимал, что если кого-то жалеть, то точно меня, а не его. Понятно, да? То есть мы меряем по своим желаниям иногда события и выносим суды в соответствии со своими желаниями. Понятно, да? Итак, понятно, что система атеизма, она исключает случайности, совпадения, да?
Понятно, нет, нет, нет. Понятно или нет? Окей. Потому что по богатству могущества его, у него ничего не выбывает. Он контролирует все совершенным образом. И написано, что даже волос с вашей головы, извините меня, не падает. Все в этом мире, оно находится под совершенным Божьим контролем. Есть такая теория о допустимой и недопустимой воле Божьей. Встречали вы такую теорию? Опять, это представление. Я понимаю, но я не об этом говорю. Все, что совершается, оно совершается против его воли. Оно, ну, хорошо, давайте по-другому. По его, да? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие или благополучие. Все происходит только от него. Другого ничего нет. Тогда существует понятие совершенное, допустимое. Тогда не существует. Мы можем вводить это понятие, когда мы говорим о нашем выборе в будущем. Еще раз. Когда мы говорим не о прошлом, а о нашем выборе в будущем, мы можем вводить такое понятие. О чем идет речь? Я собираюсь что-то сделать, и то, что собираюсь сделать, в точности соответствует Библии. Это совершенная воля Божия. Совершенно его воля. Библия – это его воля. Она совершенна, благая, угодная и совершенная. Да? Я собираюсь поступить в соответствии с тем, что он сказал. Это совершенная воля Божия. Да, окей. Я собираюсь поступить не в точности так, как он сказал, но при этом я не согрешу. Это допустимая воля Божия. Почему? Я же не грешу. Еще раз, я собираюсь поступить так, что это не является грехом. Ну, послушайте, давайте так, я понял, это тяжело, я собираюсь взять очки. Так, чтобы было понятно, я собираюсь взять очки. Понятно, да? Это не совершенная его воля. Я не знаю его совершенной воли. У меня нет слова рема, братички, не братички. Но я вот собираюсь их взять. Я не согрешу? Нет, окей, спасибо, смотрите. Вот это допустимая воля. Понятно, да? Если бы он мне сказал, вот тогда это было бы совершенно. А так, ну, как бы допустимо. Что? Подождите, стоп. Вы, я прошу прощения, ввели новое понятие. Нет, еще раз. Вы только что ввели в наш разговор новое понятие. Я говорил о своих поступках, которые я собираюсь совершить. Я правильно понял, о чем я говорил? А вы о чем решили поговорить, о чем-то другом? Вы говорите об определенных обстоятельствах, которые есть в чьей-то жизни. Мы с вами о разных вещах говорим тогда. Есть разница, да? О обстоятельствах, которые совершаются, и о том, что я говорю или собираюсь делать. Я говорю о своих поступках и оценке своих поступков с точки зрения Писания, как о совершенной допустимой воле Божьей. Больше ничего. Okay. С другой стороны, была ли воля Божья, чтобы Павел не исцелился? Хорошо. Была ли воля Божья? Я понял, мы играем со словами, мы поиграем, это не проблема. Чтобы Бог не избавил его от жалоб плоти. Жалоба плоти – это страдание? Я не выводите секунду, я же исключил слово болезнь. Была ли
жалобы плоти и страдания. Скажите мне, пожалуйста, страдания – это что-то хорошее? Ну, была ли воля Божья, чтобы Павел страдал? Странно звучит, ну да. Я ответил каким-то образом? Не все, что нам нравится, все для нас хорошо. Все для нас хорошо. Когда мы посмотрим, например, Иова, я прошу прощения, Иов тоже не болел? Болел, да? А это была совершенная воля Божья? Ага, странно, да? И Иов, когда прошел через все это, говорит, ну, слушай, я о чем-то тут говорил, говорит, о делах дивных, чудных для меня. Вот такие вот дела были. Я просто не понимал, что для меня вот это все, вот так вот. Опять, на определенном этапе времени. Хорошо, да? Итак, мы, думаю, что приготовились к тому счастливому моменту, когда после перерыва мы начнем уже разбирать, наконец-то, закон сеяния и жатвы. Творец творение, цель ответственность. Понятно, да? Мы разбирали в прошлые разы с вами Римлянам 4 главу, 15 стих и 5 главу, 13 стих. Когда мы разбирали слово закон, да? Кто-то еще помнит об этом? Что эти места Писания не говорят, в общем-то, о законе Моисея, они говорят о некотором другом законе, который был известен человеку. И мы говорили, разбирая там 4 глава 15 стих, Римлянам 4, 15 и 5, 13, послание к Римлянам. Мы говорили о том, что Бог судил, в общем-то, и Адама, и Каина, и поколение Ноха тоже понесло некое наказание, да, за то, что они совратили путь свой на земле. И мы говорили о том, что извратить или совратить можно только зная стандарт. Помните, да? И поэтому Бог открыл некий стандарт человеку от сотворения и будет судить тех людей, которые не следовали этому стандарту, или творение будет нести ответственность перед Творцом. Мудрецы говорили, что наказание существует только потому, что существует грех. Ну это, наши мудрецы решили сказать вот такую вещь, что наказание существует только потому, что существует грех. Если бы не было греха, не было бы и наказания. Насколько правильно или неправильно это утверждение? Нет, непослушание всегда грех. Давайте я по-другому сформулирую. Существует причинно-следственная связь. Есть следствие, и следствие называется наказанием. И есть причина, которая называется грех. И наказание существует лишь потому, что существует причина – грех. Если бы не было греха, то не было бы и наказание. Опять, мудрецы говорят. И поэтому, насколько это высказывание соответствует? Соответствует. Хорошее утверждение. Нас же интересует причинно-следственная связь. Вот эта штука, она невероятно важна для человека.
Вот эта вещь, она невероятно важна для человека. А? Нет, мой хороший. Есть закон. Вот здесь непонятно, как жить. Вот здесь непонятно, как жить. Ты принес жертву, и тебе дали по голове. Ты не принес жертву, тебе опять дали по голове. Завтра ты принес жертву, не дали по голове. О, а послезавтра принес, опять дали по голове. Как жить? Есть закон, есть причина, есть следствие. Здесь хаос, отсутствие закона. Нету причины, нету следствия. Как жить в такой системе? Что мы хотим? Как себя чувствуют дети, когда папа сегодня ведет себя по одному в этих обстоятельствах, а завтра по-другому? Что мы воспитываем в детях? Если я пришел домой, у меня хорошее настроение, ребенок там что-то не то сделал, ну ладно, я его покрыл, простил. Да? А завтра я пришел, у меня плохое настроение, он сделал то же самое, я его что? Что, ребенок достаточно быстро поймет? Он достаточно быстро поймет, надо искать хорошего настроения. И мы из ребенка делаем того, кто будет угождать нам и создавать наше настроение. Отсутствие закона. Вы встречаете родителей, которые у моря стоят и зовут своих детей из воды? Видели? И они постепенно начинают повышать голос. И не всегда, когда они кричат, дети реагируют. Дети улавливают некую тональность, после которой уже пора таки да. А вот пока этого не достигнуто, ну еще можно. Когда-то я поехал на море со своими друзьями из Израиля, и меня жена просит, она говорит, пойди позови детей из воды. Ну, я подошел к берегу моря, встал на берег, на краю берега и молчу. Я так зову детей из воды. Я молчу, пока кто-то на меня не обратит внимания. Ну, кто-то из детей меня увидел, я так повернулся и иду. И я когда возвращаюсь к подстилке, смотрю, с глазами у моих друзей что-то происходит. Они вот такие. Я говорю, что случилось? А так они же выходят. Я говорю, ну да. Говорит, а как это? Я говорю, они хорошо знают, что будет, если они не выйдут. То есть они просто хорошо знают. И они свободно выбирают. И для этого мне не надо кричать. Они сразу знают. То есть их не надо так воспитывать было, чтобы я, ну, я абсолютно спокойно спрашивал, когда они меня не слушали. Они хорошо меня услышали. И если они говорят, да, я говорю, пройдемте. Кричать не надо, зачем? То есть они хорошо знают, есть причина и есть следствие. Есть закон. Закон приносит не наказание, он приносит. Прежде всего, он приносит безопасность. Он очерчивает границы, где ты чувствуешь себя безопасно, и говорит тебе, что будет, когда ты будешь переходить через эту границу. Есть причина и есть следствие. Многие говорят, как Бог допустил? Почему Бог меня так наказал? Я говорю, ребята, есть разница между наказанием и следствием. Если я сейчас расковыряю вот эту штуку и возьмусь за два провода, то Бог меня накажет? Или наступит следствие? Если Бог говорит, послушай, тот, кто входит к жене другого, такое будет с этим парнем. Когда наступает такое будет, говорит, за что Бог меня наказал?
Так это следствие. Тебя предупреждали, тебе так делать не надо. Я общался с одним человеком, он говорит, послушай, у меня, говорит, мой дед там умер за 100. Отец там близко к этому возрасту подбирался. И говорит, у нас в роду все долго живут. Он говорит, знаешь почему? Я говорю, ну, говорит, а мы всегда, говорит, уважали своих родителей. Писание говорит, почитай отца, и они почитают, и есть следствие, они живут долго. Есть причина, и есть следствие. Есть хорошие причины и хорошие следствия. Есть плохие причины и плохие следствия. И в общем-то, ну Бог здесь при чем? Но как только у нас что-то происходит в нашей жизни не то, мы предъявляем претензии не к себе, а к Богу. Я говорю, что ты вообще не понял, что тут? Он говорит, подождите, так это не наказание. Это лишь следствие того, что вы так поступили. Вы путаете. Это следствие. Есть определенные причины, есть определенные следствия. Это закон такой. Сеяние и жатва. Это понятно? То есть, если вы положили семечко, то что? Поливали его, все сделали как надо, оно вырастет и даст вам плод. А если вы не положили туда, то вырастет. Почему? Не положил. Причины. Если положил, еще не факт, что вырастет, да? Ну, можно еще приложить какие-то усилия. Но если не положил, то факт не вырастет. Понятно? Есть причина и есть следствие. Об этом говорили мудрецы. И об этом, в общем-то, говорит и Писание. Писание нам говорит ниже следующее. Псалом 7:15. Псалом 7:15. Вот нечестивый зачал неправду, был чреван злобою и родил себе ложь. Здесь есть определенный процесс. Зачатие, вынашивание и рождение. Ну, в общем-то, опять причина и следствие. Здесь очень любопытный момент, на который бы я обратил внимание. Кому он это все рождает? Себе. Многие люди думают, что неплохо делают Богу. Или плохо делает кому-то. Но Писание говорит, что плохо они делают себе. От того, что вы сделали плохо, у него там на небе, ну, ничего не испортилось. Там не все пропало. Понятно, да? У вас все пропало. Потому что наступает следствие того, что вы сделали. А у них все хорошо. Наше хорошее хорошо для нас. Наше плохое плохо для нас. Здесь, в общем-то, все говорится не о том, что вы у него что-то отобрали, ущемили. Не-не-не, вы это все сделали себе любимым. Так что хорошо делайте себе. Плохо делаете кому? Себе. И, ну, странно ожидать от него отдельного вознаграждения, когда вы делаете себе хорошо. В
собирайте себе сокровища на небесах. Вы кому делаете хорошо? Себе. А он должен за это вас еще дополнительно благословить. Хороший, молодец. Знаете еще. Не странно вообще, нет? Вы кому это делали? Себе? Ну, так вы уже сделали хорошо себе. Поздравляю, у вас будет все хорошо. Вы себе собрали. Маловато? Пожнешь свое время, если не ослабеешь. Мало не покажется. Еще раз. Есть странные модели. Если мы собираем себе, то нам что-то еще полагается? Нет. Но почему мы сбор себе решили назвать посевом и ожидать, что оно вырастет? Ну, просто почему? Да. Я знаю даже проповедников, которые так проповедуют. Они говорят очень простые вещи. Все достаточно просто. Пожертвуйте мне, я хорошая почва. Нище – это плохая почва. Вы же не знаете, нищета – это проклятие. Не, еще раз. Нищета – это проклятие. Знаете? Да. Это проклятие. Поэтому что вы туда сеете? Что это за почва? Сколько вы туда не дадите, все пропало. То поганая почва. А я, видите, хороший, респектабельный, преуспевающий. Посеете в меня, и это хорошая почва. У меня все будет хорошо. Вырастет, отлично будет. Ну и понятно, что вы же посеяли, и вам же от этого будет тоже хорошо. Я вот сколько таких посевов видел, я вам могу сказать точно, эти проповедники преуспевают. Это правда. Вот те, кого сеют, они вот так себя чувствуют. Не могу сказать, а тех, которые посеяли того же, то есть они немного беднее стали чувствовать себя после этого посева, чем до него. Вот, вы правильно начинаете понимать, да. Это не является сеянием, в принципе. Это является собиранием, в крайнем случае. Но точно не посевом. Делая мицву, вы собираете себе. Но вы не сеете себе, вы собираете. Разницу чувствуете, нет? Понятно, да? Если вы сеете, то глупо будет не ожидать. Еще раз. Если вы сеете, то вы ожидаете, что вы пожнете столько, сколько вы посеяли? Больше. Да, это норма. Для посева это норма. Для посева это норма. Это хорошо. Если вы пожали столько, сколько посеяли, это пришла беда. Это год. То есть вы изначально, когда сеете, собираетесь пожать больше. А когда вы собираете, ну, процесс собирания коренным образом отличается от процесса посева. Когда вы собираете что-то, ограничивая кого? Тебя, любимого, да. Вы чего-то себе должны не дать, чтобы вот это собрать себе же. Это понятно, да? Потом, когда вы у себя же себе же, у себя забрали и себе дали. Вы смотрите странно на меня. Же. У вас есть деньги. Гипотетически. Потому что сейчас вы подумаете, что я сейчас у вас начну их забирать. Я так, к примеру, у вас есть деньги. Вот, ну, так вот, абстрактно. Есть, да? И вы хотите себе купить вот что-то. Да? Ну, я не знаю. Но еще вы собираете себе, к примеру, на машину. Так вот вы, если хотите собрать себе на машину, вы вот это не должны купить. То есть вы себя должны ущемить, забрать у себя, и дать себе же только в другое место.
У себя забрать и себе дать. Ну, понятно. А ограничить из себя пчел-то для того, чтобы приобрести для себя что-то. Проведем процесс собирания. Да? Отлично. И вот кто-то собирал деньги вообще? Я тут с кем разговаривал? Хорошо. Тогда, если вы собирали деньги, мы понимаем, о чем идет речь. И вы, когда собирали, да? Вы, извините меня, приблизительно знали, сколько вы собрали? Точно. А, не пересчитывали. Зачем? Я вам могу сказать, приятно, спасибо, да. Приятно, да? Ну, как бы сидишь, пересчитываешь, точно знаешь, сколько, пересчитал. Это не как в том анекдоте. Знаете, когда еврей шел по улице, нашел чемодан. Пришел домой, закрыл шторки, на первом этаже живет, закрыл шторки, включил свет, закрыл, все, аккуратно сел, достал, открывает чемодан, там деньги. Согласен. Ну, нормальный еврей, знаете, что после этого делает? Пересчитывает. Это странно. Опять пересчитывает, говорит, ничего не понимаю. Третий раз пересчитывает, говорит, вообще ничего понять не могу, не хватает. Так вот, вы когда пересчитывали, хватало, правильно? Точно знали, сколько хватает. Ну, вроде хорошо, хочется еще раз посчитать. Пересчитывали по второму разу? Да. Я среди единомышленников, все хорошо. То есть, вот так вот, извините меня, так протекает процесс собирания. Если кто-то был не в курсе, попробуйте собирать, у вас тоже получится. И я прошу прощения. Вот так написано. Собирайте кому? Себе, мои хорошие. И вы вот когда собираете себе, пересчитываете. Вы ожидаете в следующий раз, когда будете считать, там будет больше? Если положил, будет больше. Если не положил, вы ожидаете, что там будет больше? Почему? Не урожай. Шо-шо-шо. Послушайте, перестаньте заниматься глупостями. Сейчас вон там добрые люди на Кипре получают с процентами. Вы не в курсе, нет? Пострадали в основном русские граждане. Основная масса русских граждан 70%. Они пришли, им сказали, считайте, у вас уже стало меньше. Так что про проценты лучше не вспоминайте. Лучше деньги в рост не давать. Ну это так. Совет. Можете попробовать. С процентами. Как правило, потом не получается забрать того, что положил. Понятно, да? Сейчас не об этом. Сейчас не об этом. Сейчас вопрос очень простой. Сеяние и собирание. Одинаковое ожидание? Да? Извините, столько же, сколько посеял? Больше. Когда собираешь, ожидаешь собрать столько... Еще. Собираешь. Условия поменялись. Собираешь и ожидаешь собрать больше, чем туда положил? Одинаковые ожидания? Разные. Когда сеешь, ожидаешь получить больше. Когда собираешь, ожидаешь получить, ну, по крайней мере, столько. Понятно, да? Так вот, вам сказано собирать или сеять? Сеять слово, а собирать себе сокровища на небесах. Что непонятно? Вышел сеятель, сей, да? Что сеял? Деньги? Друзья мои, сеять деньги умел только Буратино. Место называлось «Поле чудес». Острова знаете, как называлось, да? Так вот, когда вы сеете деньги, учтите, понятно, как поле будет называться и место?
И кто будет первый тогда? В этом месте? Да, да, да. Немножко понятно, да? Итак, Иаков, 1 глава, 15 стих. Если вы еще не забыли, я еще раз прочитаю. Псалом 7.15, Иакова 1.15. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобой, родил себе ложь. Похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Извините меня, процесс, по-моему, похож. Опять идет речь о чем? Зачатии и рождении. И мудрецы были, в общем-то, правы. Похоть зачавший рождает, а он, извините меня, рождает смерть. Есть определенный процесс, и наказание появляется за сделанное вами преступление. И вопрос только в том, когда оно вырастет и сможет ходить своими ногами, чтобы к вам прийти. Вы зачали, вынесли, родили, и потом оно же к вам и пришло. Причем значительно больше. Ну, главное, что оно выросло. И у нас нарушена проблема с причиной и следствием. Мы задаем себе вопрос, за что, собственно? Я ж такой неплохой парень. За что, собственно? Вы помните, сколько было Иосифу, когда его братья попросили проследовать, ну, проходящим мимо каравана? Лет 17. Угу. А потом же они пришли туда, когда ему уже было, ну, чуть-чуть пораньше, 36. Ну, первый раз они пришли. Пораньше, да, это уже папа пришел, когда ему было 39, а там 38 где-то ему было, да? Сколько лет прошло? 20 с гаком. Ну, больше 20 лет. Ну, это понятно, 17, 38, больше 20 лет, да? Ну, понимаете, о чем я говорю? 20 лет прошло. У людей в жизни неприятности. Что они говорят? Спасибо большое, это за то, что мы сделали со своим братом, когда он умолял нас отпустить его. У них картинка была очень простая. Это с нами за то, что мы сделали вот это. А у нас картинка такая. А за что это? Что-то он как-то с нами несправедливо. Понятно, что я говорю? Да, да. Может, они были такие плохие евреи, что они сделали за 20 лет одну вещь, и ее хорошо помнили. Больше им просто вспоминать было нечего. А у нас это может быть только, что мы просто не можем разобраться? Как это все упомнить? Так вопрос не за что, а за что именно? За что именно из вот этого списка? Что вычеркивает? И чего еще ожидать? Да, потому что плохо с памятью. Да, 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 да. Ну. Дело в том, что написано очень просто. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Не чужие, а свои. Это называется закон сеяния, извините меня,
и жатвы. И у братьев Иосифа хорошо было через 20 лет с этим. Они понимали, что поскольку они так поступили с братом, то вот это к ним пришло из-за того. А у нас вот иногда плохо с памятью. Мы не понимаем, почему у нас, потому что мы не помним. А эти ребята, судя по всему, хорошо помнили. Понятно, да? Да, пожалуйста. Получается, что в нравственных вопросах жатва, она будет всегда посильнее, чем сеяние, да? Притча, 22 глава, 8 стих. Потом, если захотите, спросите еще раз. Притчи 22.8. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Сеющий неправду пожнет что? Хорошо. Осия 8.7. Осия 8.7. Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Покрути бурю. Хлеба на корню не будет у него. Зерно не даст муки. А если даст, то чужие поглотят ее. Понятно, да? Угу. Помню, покаяние не способ избежать. Что? Во-первых, зависит от него. Скажите мне, пожалуйста, вот, ну, возьмем опять гипотетическую ситуацию. Человек сблудил, женщина забеременела. Как вы спрашивали там про последствия? И что вы думаете после этого? В тюрьму не посадят? Да? Зря вы так думаете. Могут посадить свободно. Ну, в смысле, чтобы не успела вырасти. Чтобы не разрушать. Сейте себе в правду, пожнете милость, распахивайте на вину, ибо время взыскать Бога, чтобы, когда Он придет, дождем пролил на вас правду. Осия, 10 глава, 12 стих. Заметьте, тут не написано, что сейте себе правду и пожнете деньги. Написано, что сейте в правду и пожнете что? Милость. Это что, чего вы хотели? Но для этого надо сеять куда? Правду. Еще раз. Сеять нужно в правду для того, чтобы пожать милость. Милость – это то, что ищет человек. Но нельзя ожидать милости, если мы не сеем в правду. Бог может явить милость по своему усмотрению тогда и как Он хочет. Это Его суверенная воля. Но мы помним, что если мы сеем, то мы что? Ожидаем получить больше, чем мы посеем. Я говорю, послушайте, сейте в милость, сейте в правду, и вы точно пожнете большее. Точно пожнете больше. Что это большее будет? Милость. И говорит, когда Он придет, Он и зальет на вас свои благословения. Это милость.
Итак, извините, мы прочитали, по-моему, про закон сеяния и жатвы. И мы прочитали про закон сеяния и жатвы, когда люди жнут плохое и пожинают плохое. Мы читали, когда люди жнут, сеют хорошее и пожинают хорошее. И в одном и в другом случае они пожинают больше, чем посеяли. Галатам, 6 глава. 7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Ну, казалось бы, сейчас про деньги будет. Сейчас будет про деньги. 6 стих, когда читаешь Галатам, думаешь точно про деньги. Как нет? Откройте, пожалуйста, 6 стих. 6 главы послания Галатам. И скажите, что там не про деньги. Что? 6 стих. Это не про деньги. А про что? Это про добро. А добро это что? Скажите мне, пожалуйста, добро это не нечто материальное. Всяким добром. Это не нечто материальное. Или добро это в смысле вот такое? Или там написано всякий наставляемый, или что? Добром. Про деньги. Материальными? Про деньги. Самое простое выражение материального мира это деньги, ребята. Самое простое. Кстати, они хорошие. Что с лицом это? Бог творил материальный мир. Творил? Когда он его сотворил, он посмотрел на него и говорит, что? Хорошо. А деньги, соответственно, какие? Они хорошие? За все это еще и серебро. Нет. Ну, отлично. Уже произвольно растекаемся мыслью. Деньги хорошие или плохие? Хорошие, ребята. Они хорошие. Мы неправильно к ним относимся, это плохо. Мы неправильно ими распоряжаемся, это плохо. Вы знаете, ножиком колбаску можно резать, а можно кого-то зарезать. Но нож хорошая штука, но можно его использовать правильно, а можно его использовать неправильно. А? Вот. Я прошу прощения, а они одним и тем же ножом в одно и то же утро один и тот же палец порезал. Сначала Рэбе Валентин. Да. Не, мне готовили лекцию. Не, по-моему, все-таки сначала делились добром со мной. Да, с кровью, да. Не, что, продукты не попало. Не, по-моему, Валик был первым, как сказал. А, все понял. Короче, ножи очень острые. Итак, 6 стих был про добро. Бабло, да. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вот теперь, ну, казалось бы, про деньги должно быть. Ну, как логичное продолжение мысли 6 стиха. Сеющий в плоть свою плоть пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Как-то вот не сложилось с этими деньгами. Понятно, да? Опять говорится о севе, жатве, но не про деньги. Понятно, да? Итак, я надеюсь, что мы вынесем за сегодняшний вечер несколько простых мыслей. Первое. Есть Творец, есть творение. Есть цель у творения. И он отвечает перед Творцом за достижение этой цели. Вторая очень простая мысль во всей этой истории. Есть причина
следственные связи, выраженные в виде закона, данного творению. И закон прежде всего описывает границы безопасности и объясняет, что будет, если не будет. Какие последствия придут в жизнь человека, если он будет приступать к закону? Ну и, в общем-то, установлены определенные причинно-следственные связи, выраженные в законе в данном случае, мы можем сказать, сеяние и жатвы. Ну, причины и следствия. Понятно, да? К материальному посеву имеет весьма отдаленное отношение. Объясню. Вы же были, по-моему, на... Не были, да? Вам придется прослушать курс материального даяния. Обеспечение служителей Нового Завета. Есть в МЖБА такой курс. Вам придется его послушать. Там где-то часов 20 мы разбирали эту тему. Так что я могу, конечно, коротенько ответить. Вот, кстати, могут прислать. Есть ответ. Послушайте, мы имеем ответственность за обеспечение служителей Нового Завета. Замечу, я использовал слово. Какое? Ответственность. Мы имеем ответственность за обеспечение служителей Нового Завета. Послушайте, скажите мне, пожалуйста, в какой части ответственность является посевом? Вы же, я так понимаю, семейный человек. У вас есть ответственность? Посев? Как-то странно, да, звучит? Когда с деньгами, так не странно, а когда с семьей, так и странно. А слово одно тоже – ответственность. У вас есть ответственность, с которой вы должны справляться. И если вы не справляетесь с этой ответственностью, да, тогда вступает в закон сеяния и жатвы. Вы пожнете за то, что вы не справились. Если вы справляетесь с ответственностью, вы тоже пожнете. Что вы пожнете? Деньги? Милость. В вашем доме будет царить милость, красота, любовь, счастье. Пожмите? Да. Ну потому что вы справились со своей ответственностью. Но является ли это посевом? Нет. Это является вашей ответственностью. И вы имеете ответственность. И когда мы говорим о сеянии и жатве, мы говорим о причине и о следствии. Есть причина, то, что вы справляетесь с ответственностью. Есть следствие. Пожнете. Определенную атмосферу в вашем доме. Отношение родных и близких к вам. Пожнете? Есть посев. Не справляетесь с ответственностью. Мало не покажется. Вот вам сеяние и жатва. Напоминаю, если сеем деньги, то поле, знаете, где находится? Вот, ну что, это не в Библии. Если про деньги, то это не про Библию. Есть пути материального преуспевания, есть путь такой. Да, и в свое время его шел, но там говорится о бедных. Это, скорее всего, вот не деньги. То есть деньги, вот они будут стоять в последнюю очередь. Ответственность за содержание служителей Нового Завета? Да, 100%. И причем за это вам, ну, в общем-то, Бог не должен в плане посева. Ну хорошо, пожалуйста, задайте уже, если не можете удержать, только микрофон возьмите.
пишут. Я всю жизнь сел, ну как бы не всю жизнь, пока покаялся, сел в CML. Когда я покаялся, вот уже пятый месяц рука не поднимается. Так это не послушание? Я еще раз. Ну мы несем ответственность. Хорошо, вот несем ответственность за свою общину, за наших служителей. Вы когда покаялись, это ответственность. Ну как бы мотивировали. Я просто пытаюсь понять, это мое непослушание или... Я хочу услышать о том. Вы сказали, вы когда покаялись, начали что-то делать. Да, а потом, когда покаялись, рука не поднимается. Рука не поднимается. Так вот, я не понял. Два раза вы покаялись? Да, то есть... Да. Вы до покаяния сеяли? Нет, когда я покаялся, так, то я стал сеять в СНЛ. Отлично. Когда я пришел в еврейскую общину, у меня больше рука не поднимается сеять в СНЛ. И вот у меня теперь... А можно вот это вырезать куда-то? Потому что опять все евреи будут от меня. Что, евреи сделали жужканье во всей этой истории. То есть, если это Божье дело, то есть это Бог дает мне финансы сеять туда, тогда я мы его, с чистой рукой сеять. Я прошу прощения. Если это мое решение, то... Вот я, давайте еще раз. Я хочу понять. Я хочу еще раз. Объясняю один раз, последний. Уже очень много раз объяснял. Еще один раз. Если мы сеем деньги, то место называется «Поле чудес, а страна дураков». Я не про сеяние говорю. Вы же... Ответ. Я так имею так, ответ. Стоп, стоп. Вы использовали... Нет, я прошу прощения. Вы использовали слово «сеять». Не сеяние. Хорошо, теперь все. Я согласен, это не сеяние. Уже так, все, победили. Так, одна мысль уже вошла. Вот это он. Моя ответственность. А в каком месте? Куда? Я прошу прощения. Нет, стоп. Это моя ответственность. Бог дает, чтобы я их соберетану. Наипаче своим по вере, по-моему, там написано. Да. У вас все нужды вашей по местной общине удовлетворены? Нет. Еще раз. Я что-то не понял. В первую очередь надо кому? Своим поверить. Ну, ты как бы тоже... Я не возражаю. Но вы я здесь, по местной ответ... По своим. Своим. По вере. По своим. Есть определенный принцип. Этот принцип был хорошо известен в иудаизме. Вы имеете ответственность перед Богом. И эта ответственность выражена очень просто. Содержание служителей. Ну, мы разбирали этот вопрос. Содержание служителей. Это ответственность. Служителей по всему миру. Своей поместной общине. И они, ну, у нас все поменялось, потому что там был храм, они приходили, и они приходили и жертвовали служителям храма. Причем одного конкретного, а не соседнего из соседней религии. Понятно, да? Вторая вещь. Всегда жертвовались на нужды поместной еврейской общины. Городка, вот там, где ты живешь, и эти нужды... Послушайте. Посмотрите еще раз фильм «Собачье сердце». Нельзя помогать голодающим детям Германии. Профессор Преображенский не хотел этого делать. Знаете почему? Свои есть. Возьмите, займитесь конкретным делом, которое у вас перед глазами. Проще всего иметь ответственность неизвестно где. Ну так проще. А вот ответственность, которая у вас перед глазами, вашей поместной общины, она удовлетворена вся? Нет, пока не остается на Нету? Ну вот, когда раввин вам скажет, все, больше не приносите, вот тогда начинаете искать другую ответственность. Все всегда в еврейском мире было сосредоточено в первую очередь на своей поместной общине. Покрывались нужды поместной общины.
И когда покрыты нужды по местной общине, тогда они помогали другим общинам. Они принимали решение, помогаем другим. Но послушайте, у вас есть вдовы, у вас есть сироты, у вас есть девушки, которые выходят замуж. А им нужны деньги на свадьбу. А вы удовлетворили все там нужды этой свадьбы, у вас там будет скоро свадьба. Почти все. И это ваша ответственность. Это ваша ответственность. Понятно, да? А вот где-то в СНЛ, я очень люблю Максима Максимовича. Он хороший парень, но это не ваша ответственность. Если у вас сердце открыто, вы хотите пожертвовать, ну удовлетворите все нужды здесь, а потом начинайте туда. Послушайте, классная история. Но меня всегда больше интересовало, моя, извините, местечковая община, чтобы мне нужды были удовлетворены. И этот интерес напрямую связан с моей ответственностью. Все очень просто. Если вы не покрыли нужды всей своей семьи, вы можете куда-то в другое место деньги давать? Не можете? Ну, правильно. О ближнем смысле, о своей семье. Да? А по местной общине кто это? Никуда вы от этого не уйдете. Когда мы читаем Библию, мы должны понимать, что, в общем-то, начиная с исхода, мы имеем определенный уклад. И народ, он был основан прежде всего на семейном принципе, во вторую очередь он был основан на основании их веры. Семейственность и вера. Понятно, да? И дальше мы видим общество, которое должно было ходить в храм на поклонение, но точно так же были поместные общины, синагоги по всему Израилю, куда они приходили каждую неделю. Это понятно, да? В синагоге всегда был, как это ни странно, старший. Это понятно? И там не было разброда и шатания. Там не было, кто в лес, кто под дрова, я хочу это, я хочу... Был человек, который отвечал за порядок в этом доме. Это семья. В семье, как это ни странно, нет равенства. Да. Есть глава семьи. В доме есть глава дома. В синагоге есть старший в синагоге. В церкви есть старший пастырь. В общине есть раввин. Модель очень простая. И в первую очередь должны удовлетворяться нужды вашей семьи, вашей синагоги, вашей общины. Потом, если у вас остается, вы можете решать, что у вас есть желание куда-то еще. Но пока нужды не удовлетворены, а нужды это то, что является вашей прямой ответственностью, а вы эти деньги отдаете куда-то в другое место, то вы справились с этой ответственностью? Я каким-то образом ответил на ваш вопрос? Я думаю, что Максиму Максимовичу точно не понравится мой ответ. Проблема заключается в том, что он говорит о партнерстве. Он не говорит, он говорит о партнерстве. Это первое. Второе. Нужно понимать, где вы питаетесь, в СНЛ или в поместной общине. Вот где ваше питание, потому что иногда вы можете отравиться, если вы там питаетесь. Если там такая пища, что вы можете отравиться, то Бог вам дал ответственность это все содержать? Понятно откуда? Да, это ваше желание, но это не ваша ответственность. Если у вас, ну, есть деньги, есть желание, вы можете это делать. Но моя точка зрения, что вы можете это делать после того, как вы справились со своей ответственностью в данной конкретной поместной общине.
Нельзя помогать голодающим детям в Германии. Помогайте этим, которые вот здесь рядом с вами. Аминь. Вопросы, ответы, предложения, пожелания? Что дома делать? Готовиться к празднику.